служба. По ходу дела, ну, надо пояснить, что произошло. Значит, чин службы понятен и одинаков, века не меняются. Но есть один нюанс. В конце уже все молитвы кончены, чтец говорит: «Благослови, отче». Но если в храме присутствует епископ, благослови владыка. Если патриарх, благослови святейший владыка. А вот в данном случае вышла заминка у монаха-чтеца. Патриарх был, но не наш, не Никон. Приехал с царем антиохийский, чужой патриарх. И поэтому монах не очень понял, что надо читать. И поэтому по ходу дела говорит: благослови, отче. Вдруг царь вскакивает на ноги и с бранью говорит чтецу. Вот диакон Павел пишет на арабском языке. И в данном случае то, что царь сказал монаху, осталось неизвестным арабскому читателю. Потому что арабская вязь передавала русскую фонетику без передачи смысла. В обратной транскрипции это звучит так. Что говоришь, мужик, блядин сын? Тут патриарх, скажи, благослови владыка. Тут я хотел бы сказать доброе слово в защиту употребленного слова. Но какая же блядь, слово блядь обозвала матерным? Вот я не могу понять. Слово из церковно-славянского языка. В послании к Тимофею, откройте, сказано есть. В богослужебных текстах есть постоянно. В письме протопопа Аввакума, когда он пишет там никонские бляди, это, кстати говоря, это не намек на сексуальную активность патриарха Никона, нет. Речь идет о гораздо более простой вещи. Откройте словарь Диченко, словарь церковно-славянского языка. Первичное значение слова «блядь» от глагола «заблуждаться». Еретик, тот, кто проповедует ересь. Вот это первичное значение этого слова. И лишь во втором значении то, что сегодня с этим словом ассоциируют. Поэтому я был в полном, в трезвом уме и здравой памяти, когда в мае этого года, простите, в сентябре этого года, ну, сидел я у себя дома, никого не трогал, как ни странно. И вдруг раздался звонок, и мне сказали: отец Андрей, вы в прямом эфире радио «Маяк». Скажите, что русская церковь думает о предстоящем концерте Мадонны в Москве? На что я и сказал, что много чести, чтобы русская православная церковь что-то думала о каждой выходе и каждой заморской бляди, тем более 50-летней. Вот одного сказанного мною слова хватило, чтобы на две недели считаться ведущим Мадонноведом страны. Два раза в программу «Вести» меня после этого приглашали.